Восстание спасателей проводят агитационную работу в местах массового скопления людей о соблюдении правил пожарной безопасности и снижении числа пожаров в праздничный период. Профилактические мероприятия проходят по всей стране до конца декабря. Спасатели проводят ознакомление с техникой безопасности в местах обслуживания населения, объектах здравоохранения и образования. В этот раз они провели подобную акцию в одном из торговых центров столицы. Подробности в материале коллеги Ботагоз Марабаевой. Спасатели столицы ведут профилактическую работу по предотвращению пожаров в жилых домах, общественных местах и на производственных объектах. В частности, в рамках республиканского месячника ДЧС организовывает агитационные мероприятия в местах массового скопления людей, таких как рынки, образовательные учреждения и торгово-развлекательные центры. Представители распространяют памятки по пожарной безопасности, проводят лекции и беседы с посетителями и сотрудниками организаций. В целом, благодаря действиям ежегодным нашим профилактическим мероприятиям культура безопасности населения повышается, но все равно есть слои населения, да, это социальные уязвимые слои населения, в котором культура безопасности находится не на должном уровне, то есть люди еще не совсем осознанно подходят к безопасности своей семьи, себя в целом, окружающих. В целом, на сегодняшний день уже проведено более 30 тысяч подворовых обходов и организовано почти 900 лекций и бесед со школьниками и сотрудниками различных организаций. Спасатели пытаются повысить осведомленность казахстанцев всеми способами и средствами, включая живое общение. Мы разработали новую памятку с QR-кодом. Тут можете пройти в телеграм-канал. Наш официальный канал – это МЧС. Тут все правила пожарной безопасности написаны. Вся необходимая информация о том, как соблюдать правила пожарной безопасности, доступна, изложена в телеграм-мессенджере ведомства. Однако, несмотря на это, профилактические беседы и встречи все-таки работают эффективнее, считают участники таких встреч. Население, считаю, информировано об этом. Все сейчас пользуются социальными сетями, видят, как новости. Пожары, профилактические процедуры надо делать, считаю. В целом, ежегодные профилактические мероприятия повышают осведомленность населения. По мнению участников акции, информация о пожарной безопасности своевременно и по формату доступна каждому. Тем временем ДЧС продолжают держать руку на пульсе, регулярно проверяют объекты, которые необходимо подвергать государственному пожарному контролю. По словам представителей противопожарной службы, недочеты есть везде, однако нарушений в целом стало меньше, и они регулярно устраняются. Ботагоз Марабаева, Марат Бейсов, Атамикен Бизнес.